менял, я покупал зимой 14-го, это 8 лет относил. 2 года это, ну, кожаная белье. Ну, тоже кожаная все. Посмотрим, как они будут. Да залезу же сначала в интернет, думаю, посмотрю хотя бы что почем. Набираю обувь, мужская обувь Луганск. Выдает сайт, я сразу давай смотреть лишь на обувь, на зимнюю. Самая дешевая, 11 тысяч. Я нифига себе думаю, это даже сколько самая дорогая. Ну, в общем, дошел до 110 или 112, что-то такое. Думаю, да ну нафиг, думаю, где же это адрес такой? Читаю, Санкт-Петербург. Фу, блин, думаю, забил Питер, это Луганск, да выдала Питер. В следующую захожу по ссылке. Выдает. Ну, там уже более-менее вот там цены. От 5 и выше. По адресам тоже посмотрел. Думаю, там самое ближнее, это сеть у них магазинов. 5,5. Слабый сигнал сети. Ну, ботинки кожаные, резиновая подошва. Со смехом. Ну, еще к ним взял сразу, говорят, возьмите крем, говорит, хороший. С вечера, говорит, накремите, чтобы за ночь оно, говорит, впиталось. А утром вот вам, говорит, спрей антивлага вот это вот. Вот отталкивающий. Взял крем, взял спрей и пару носков. Поехал сначала обувь купил, потом заехал в суд. Ну да. Что, опять канитель целая, блин. Все сначала, все через жопу, блин. А? Разговор пишет нам. Да. Не, а ну под этим. Я тут сейчас вообще не пропустил.